Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство OKitel C15 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне включить автояркость. Автояркость — это довольно-таки интересная функция, которая меняет яркость на вашем телефоне автоматически в зависимости от окружающего освещения. К примеру, если в комнате, в которой вы находитесь, темно, то яркость на вашем телефоне будет на минимуме. А если вы вышли на улицу или просто в комнате светло, то яркость будет автоматически увеличиваться и регулироваться, чтобы не нагружать ваши глаза, это во-первых. А во-вторых, чтобы ваш телефон не разряжался от слишком большой яркости. Так как же это сделать? Вообще есть два варианта. Первый — это мы свайпаем вниз, вот так вот сверху, свайпаем еще разок. Видим здесь настройки яркости, где мы можем тягать вправо-влево. И, если я не ошибаюсь, здесь, если поискать, у нас должна быть автояркость. Мы можем нажать на карандашик и проверить, нету ли здесь. И смотрите, видим, что нет. Значит, у нас есть всего один вариант, как включить автояркость. Мы заходим в настройки. В настройках выбираем экран. И здесь у нас есть адаптивная яркость. Мы ставим здесь галочку, после чего яркость на нашем телефоне будет изменяться автоматически. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их, конечно же, в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока!